はい、皆さんこんにちは。元気ですか？学罰ではね、いやーちょっとねウスタフシのにちゅうちゅうちゅうやったサフセムスタフシですね、ノンゼラフトムシとウェタムセメストレブはオーチムノグラボテオーチムノグラテニカグダなんでね、ちょっとなだだくのちノイアスコラパリチューブイポニウンタンブドワデハチ。さあ皆さん、сегодня я хочу рассказать про местоимение. Местоимение. Сам не знаю, вы слышали такое слово «аната»? Это слово «аната». Это слово переводится часто «вы» переводится. Но это зависит от контекста, от ситуации зависит. «Ты» тоже может быть перевод. Такой перевод тоже может быть. Сам, вы очень часто говорите «ты», «вы» такие слова очень часто говорите. А у нас получается не так часто говорится такое слово «аната». Дело в том, что когда мы знаем, как человека зовут, обычно мы обращаемся по имени. Танака-сан ва, Сато-сан ва, мы так обращаемся. То есть, зная имя человека, говорить «аната» это у нас не может быть. Это очень странно. Такого не может быть. Сам. «Аната» это слово встречается в разных ситуациях. Например, опрос какой-нибудь. В анкете, вопросы задаются так. «Аната ва не деска?» Так написано. Это же такое обращение не к конкретному человеку, поэтому, это же к массе обращаются. Поэтому в таком случае «аната» встречается. Еще, «аната», когда я, например, когда я не знаю, как зовут человека, тогда, да, я «аната» говорю. Например, в кафе я сижу, соседний, столик, там тоже кто-то сидит. И человек пошел, и зонт остался. Коре аната но каса деска? Я не знаю этого человека, как зовут, поэтому аната но каса деска? Коре нормально, нормально. Да? Еще аната это другое значение есть. Сорева десне. Жена к мужу так обращается. Аната, аната. Типа, дорогой. ちょっとこれもね、ちょっとスタラモードな。Я редко слышу уже так «аната». Для меня очень красиво звучит. Но сейчас, по-моему, чаще по имени или никнейм какой-нибудь. Японцы очень любят придумывать никнейм. Са, これ «аната» ですね. Са, еще другое слово есть, それは «кими». «Ты», переводится «кими». Вы слышали такое слово? Я знаю, откуда вы знаете это слово. それは «кими но нава», «твое имя». Это очень хороший фильм, правда? Вы смотрели этот фильм? Мне так нравится. Я посмотрел этот фильм в тот день, и я не мог заснуть до 4 утра. Совсем как-то слишком хороший фильм. Но если вы не смотрели этот фильм, я очень советую смотреть. Еще «кими» это слово встречается в разных названиях фильмов, сериалов. Названиях песен тоже. Кстати, в текстах песен тоже часто встречается, поэтому... Вы где-то слышали, А еще так в аниме тоже встречается, так, друг к другу обращается. Кимиват, это что-то нереально. Я не говорю кими, это слово. То, что в аниме говорят, что-то реалити га аримасен, нереальное такое, бывает такое. Кими, это слово представляет сразу, такая картина. Например, такой великий профессор обращается к студентам. Кимива, репорт укайта мокане. Такое обращение, еще такое, бучоу, начальник отдела или директор компании. Кимива, гридовым, вот что-то такая, по статусу, по должности разница должна быть, И, соответственно, иногда, не всегда, иногда звучит свысока очень. Кимива, еще так представляется, какой-то дяденька такой, за 50 лет, солидный такой человек, кимива, такой... Но обычно «кими» редко мы говорим. Я не говорю никому, кому обращаться я могу, такой «кими ва». Я не могу так обращаться, Сам «кими». Я сегодня вот такой, я вспомнил, когда я жил в Токио, в 2000 году, я познакомился с одной девушкой из Узбекистана. Мы с ней так общались, общались, и тогда вдруг она
сказала мне на японском языке. Она хорошо говорит по-японски. Да? Говорит так. Кими те ёнде ии? Кими те ёнде ии? Я сразу не понял, что имеется в виду. Я спрашиваю, а что вы имеете в виду? Ну, до этого момента так я, ну, мы общались на «вы». Да? А что вы имеете в виду? Оказывается, она хотела сказать, можно перейти на «ты»? Кими те ёнде ии? Сразу не понял, потому что у нас кими такое обращение нет. Поэтому как-то очень странно показалось. Но потом я понял, что после этого на «ты» мы говорили и так общались. Да. Са, миасан, джа чотто не, канжи де какимашоу ка не, канжи де не, кими. Такое слово, не, кими. Кими дес. Не. Са, коре кими. Не. Де, у нас кими. Другое слово есть. Другими иероглифами писать, не? Ки. Это тоже кими читается. Сам. Корева означает такое желток, ですね. Тамаго но кими, ですよ. Тамаго но кими. Тамаго но кими это не имеется в виду только яичный ты, не? Чигаймасу, кими это такое желток, дес. Сам. Ну, я уже скажу так сразу, так, не? Широми белок, ですね. Широми. Ну, здесь понятно, первый иероглиф, корева, желтый цвет означает, а втор... здесь тоже белый цвет означает, не? Не? Широми, а, кими, кими, широми, ですね. Кими, широми, ですね. Са, миасан, тамаго ва ски дес ка? Вы любите яйцо? Не? Вот это дай ски дес, я очень люблю, не? Демо, са, вообще-то так, кими вкусный, не? Очень вкусный, не? А широми это без вкуса же, правда, так, не? Совсем нет вкуса. А зачем есть широми? Вы знаете, почему есть широми? Не, почему есть белок? Потому что сокони кими га иру кара. Потому что ты есть желток. Поэтому вам понятна была игра слов? Понимаешь? Не, сокони кими га иру кара. Потому что ты есть, ты это желток. Не, поэтому я рядом с тобой. Не, вот. Ай. Надеюсь, вам интересно было. Ай. Са, миасан. Запомните, пожалуйста, не, кими это слово, не, мы очень редко говорим, не, встречается иногда так в названиях, но не так часто. Но тогда вам лучше запомнить сразу не только это вот это желток, белок, тоже, не. Хай, миасан, не, сегодня на ужин что вы приготовите? Может, яичницу? Ча, миасан. Ча, вашему душу, она сегодня на ужин что приготовлю? На нее игана. А, у нас дома нет уже яиц. Надо купить. Хай, джа, миасан, я пойду в магазин. Джа, сайонара. Сима сэнэ. Такая шутка. Неинтересно, может быть.